хотел отпраздновать день рождения со своими, так скажем, близкими в Орске. Сейчас живу в Сочи. Должен был купить машину новую с автосалона в городе Орске. Как раз убить двух зайцев. И так получилось, что машину взяли и задержали. Кстати, питерская сборка задержала мне машину, глонасс вовремя не поставили. И в итоге мне машина только приходит 17 числа. Ну, мы уже брали билеты. Маршрут должен был у нас быть Сочи, Москва и Орск, соответственно, с одной пересадкой. И уже помощница у меня взяла билеты, все на двоих, там меня и на мою любимую девушку. И вот в последний момент, когда нам 4 дня назад или 5 дней назад сказали, что все как бы у нас переносится, не успевают они нас в машину привезти, мы билеты сдали. Там поменяли, ну, как потеряли там на броне там сколько-то денег. Ну, в общем, вот так вот. И теперь в Орск мы летим через неделю, летим 19 числа. Ну, таким же рейсом, только теперь сейчас, наверное, полетим не в Орск сразу, а в Оренбург, чтобы мы не хотим лететь на российских самолетах, на Боингах, да. Ну, вот такая ситуация. Кого благодарить? Либо автосалоны за то, что они так подвели, либо еще кого-нибудь, либо еще там я выяснил, что клиенты приехали в город, с кем надо сегодня, если выражение, сегодня немножко работаю. Не знаю, может быть, все это вместе наложилось, и в итоге вот такая ситуация.